Всем добрый день! Сегодня делала вот такую вот маринованную кильку. Очень вкусный, пряный посол получается. Кто желает, может присоединиться и посмотреть мой рецепт. Вот таким вот образом можно быстро и легко почистить любую рыбу. Мелкую особенно удобно. Берете ножницы, отрезаете голову, отрезаете брюшко и... Я потом и очень классно еще затянуть доску, на которой вы обрабатывать будете эту рыбу, чтобы она потом не пахла, не пришлось ее чистить чем-то уксусом или лимоном. Вот таким вот просто чистым пакетом, который потом выбросите. Теперь таким вот образом очищенную от внутренности кильку хорошо промыть холодной водой. Для приготовления маринада нам потребуется 600 мл воды. И специй 1 лавровый лист, 2 гвоздички. 2-3 горошины душистого перца и несколько горошин, штук 5-7 черного перца. 1 столовая ложечка сахара и 3 столовые ложечки без горочки соли. Теперь ставим этот маринад на плиту. Потребуется 9% уксус. 2 третьих стакана. Буду использовать такую мерку, 1 третью. Налью 2 мерочки. Вот маринад остыл. И вливаем теперь уже в остывший маринад 2 третьих стакана 9% уксуса. 1, 2 третьих. И все, заливаем теперь рыбу. Закрываем баночку крышечкой и на 24 часа в холодильник. Прошло 24 часа. Теперь нужно вот этот вот рассол из рыбы слить и залить ее растительным маслом. И по желанию можно добавить свежий лук нарезанный. Вот я слила этот рассольчик и лук свежий. И заливаем растительным маслом. Ну, чтобы... почти покрыла. Еще немножечко так постоит в масле. Вот таким вот образом выглядит уже готовая засоленная килька, вернее маринованная, потому что она получается такая немножечко пряная на вкус. Когда она, вы достанете ее из рассола, у нее может показаться, что немного такой сильный пряный вкус, а когда она немножечко полежит в растительном масле, она станет более вкусная. Кто желает, может повторить вот этот вот интересный рецепт, подписаться на мой канал, если нравятся мои видео. И до скорой встречи. Всем пока!